Ви дивитесь ОТБ на часі програма «Пряма мова». У студії Ольга Шевченко. Вітаю. Епідемії грипу в Україні цього року не очікуються, запевняють вітчизняні медики, прогнозуючи при цьому традиційне сезонне зростання рівню гострих респіраторних захворювань. Як відрізнити грип від звичайної застуди та які превентивні заходи дозволять зберегти здоров'я вам та вашим близьким? Про це говоритимемо сьогодні із гостею студії, медичним експертом Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, лікарем-педіатром, інфекціоністом Катериною Булавіновою. Рада вітати вас, Катерино, в нашій студії. Ну, по-перше, хочу дізнатися, що вас привело сьогодні до Харкова. Добрий день. Я приїхала в Харків працювати з врачами, проводити семінари, тренінги, дискусії різні з докторами, педіатрами, акушер-гінекологами по вопросам імунізації. Тобто, таке питання у темі, саме імунізація, вакцинація. І повертаючись до початку ось нашої розмови, дійсно, за якими симптомами можна відрізнити грип і чим врятуватися від цієї такої небезпечної хвороби, захворювання? Первое и самое главное, наверное, в том, что люди не должны думать о том, как отличить грипп от других заболеваний. И врачи, в принципе, об этом тоже думать не должны. То есть, когда начинается гриппозный сезон, то лаборатории вирусологические сразу оповещают Министерство здравоохранения о том, что вирусы гриппа начали ходить по нашей территории. И тогда начинается, собственно говоря, гриппозный сезон, особенно когда еще повышается заболеваемость гриппоподобными заболеваниями и гриппом в том числе. С этого момента любой человек с гриппоподобным заболеванием, то есть человек, у которого есть кашель, насморк, температура, общее недомогание, он, в общем-то, потенциальный больной гриппом, и относиться к нему нужно как к потенциальному больному гриппом. Что важно и как спастись, да, вы говорите, как спастись, что важно в этой ситуации? Люди, которые группа медицинского риска по гриппу, должны обязательно помнить о том, что они группа медицинского риска, и они обязательно при симптомах гриппоподобного заболевания сразу должны обратиться к врачу. Кто относится к группам медицинского риска? Это дети до 5 лет, особенно до 2. Это люди старше 65 лет. Во многих странах в мире такие люди прививаются от гриппа за счет государства. Это входит в календарный план прививок. То есть дети до 5 лет, люди старше 65 лет. Это беременные женщины. Это люди с тяжелыми хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, либо заболеваниями легких, например, такими как бронхиальная астма, заболеваниями обмена веществ, такими как сахарный диабет, перенесенные инфаркты. То есть все вот эти люди должны обязательно быть вакцинированы от гриппа и при малейших симптомах гриппоподобного заболевания немедленно обращаться к врачу. Все же остальные люди, которые не относятся к группам медицинского риска, должны обращать внимание на опасные симптомы. Что является опасными симптомами? Это очень высокая трудноснижающаяся температура. Это одышка, когда человеку тяжело дышать, даже когда он ходит, например, по квартире. Это резкая бледность кожи, либо синевание, которое кожи, да, то есть признаки того, что человеку не хватает кислорода. Иногда это кровохарканье, иногда это выраженная слабость. Боли в грудной клетке, очень навязчивый кашель. То есть при наличии таких симптомов, даже у фоново здорового человека, да, который не относится к группе риска, он должен немедленно обратиться за медицинской помощью в любое время суток. Такі симптоми доволі, в принципі, розповсюджені і при застудах, але в нас люди, якось прийнято в людей ставляться до застуди, що пройде сама через 2 тижні. Тобто лікування також відрізняється, лікування грипу від лікування застуди, якщо вже людина не зробила щеплення. Якщо людина не вакцинована, ще раз обращаю увагу на те, що є симптоми звичайні, але звичайні нам, да? Тобто якесь повищення температури, кашель, насморк у людина, ще раз хочеться підчеркнути, не відносящегося к групі риска. Да? Тобто звичайного здорового там, человека, наприклад, там, молодого возраста, який прийшов домой і заболів. Звісно, він буде отримувати тільки симптоматическое лечение. Він буде пити жаропонижаючі препарати, обильне питьё, йому потрібно виділити окрему посуду, окреме полотенце, він має знаходитися в окремій кімнаті, чтобы не заражать других членов семьи. Вот. Но если у него появляются угрожающие симптомы, такие как все-таки боли в грудной клетке, это редкие симптомы, очень навязчивый кашель, одышка, синева и бледность, это редкие симптомы, но на них нужно обратить внимание. Либо если это ребенок, это может быть и рвота повторная, которая, казалось бы, не характерна для гриппа, но родители должны за ним наблюдать. Обязательно он должен обратиться к врачу в любое время. Есть препараты противовирусные, да, которые действуют на вирусы гриппа. Их всего 2. Это тамифлю и
Релензо, то есть осельтамивир и зономивир. Они относятся к препаратам с доказанной эффективностью против вируса гриппа, то есть они подавляют размножение этого вируса в крови. Они действуют быстро, хорошо, то есть человек быстро начинает себя чувствовать лучше, температура снижается, но пользуются ими не всегда, а только либо для групп риска, либо для людей, которые тяжело переносят грипп, например, с температурой 40, 39,5, и только по назначению врача. То есть пользоваться такими препаратами нужно по назначению врача. Из общих рекомендаций обязательно все должны помнить, что аспирин во время гриппозного сезона лучше не применять. Применяются препараты парацетамола, там, панадол, либо любые другие брендовые названия. Аспирин категорически нельзя детям до 18 лет. Беременные женщины тоже пьют только парацетамол. Да и вообще в целом лучше аспирин во время гриппозного сезона не применять. А чи відрізняється? Грип, як знаємо, має різні штами. І не так нещодавно у нас там лякали, був грип пташини і там свинячий. Чи однакові засоби лікування таких різних штамів? Для лечения гриппа средства сейчас одинаковые. Значит, по нашей территории в этом году будет ходить три штамма гриппа. Это грипп А, H1N1, известный нам с 2009 года, который вызывает очень тяжелую пневмонию, да, с таким эффектом, при котором очень быстро кислород в крови снижается у человека. Это грипп А, H3N2, и это грипп Б. Поскольку грипп Б и грипп H1N1 уже имели хождение по нашей территории, то чуть более новым будет грипп А H3N2. Он несколько видоизменился с прошлого сезона, и ожидается, что от него будет все-таки больше проблем, и больше людей будет болеть именно этим типом. Лечение для всех типов одинаковое, в вакцину входят все три штамма, то есть вакцина действует против всех трех штаммов. Як довго діє вакцина, я маю на увазі імунітет, чи потрібно сьогодні вакцинуватися людям, які вакцинувалися, скажімо, минулого року? Люди должны от гриппа вакцинироваться каждый год, потому что каждый год вирусы немножко видоизменяются. Неправильно было бы сказать, что они полностью мутируют, потому что когда вирусы мутируют, вот тогда и наступает пандемия, когда это абсолютно новый вирус. Но они все-таки в достаточной степени изменяются от сезона к сезону, именно поэтому производители вакцин каждый сезон меняют в вакцине штаммы, чтобы они соответствовали по своему так называемому антигенному составу тем штаммам, которые будут ходить, даже несмотря на некоторые изменения, которые в них происходят в сезоне. Поэтому вакцинироваться нужно каждый год, и иммунитет годен сезон. Ви перелічили чимало так от людей, які входять до групи ризику, чи і так насторожує трошки, припустимо, чи вагітним жінкам дійсно, ну, наскільки небезпечно робити вакцинацію, і маленьким дітям, що, на що треба звернути увагу, тобто, щоб, як має почуватися дитина там, чи жінка, у який період можна чи не можна робити щеплення? Я перечислила группы риска только медицинские, но хочется еще подчеркнуть, что есть группы риска профессиональные. К профессиональным группам риска в первую очередь относятся медработники. Все страны в первую очередь защищают врачей и только потом военных, полицию и так далее. То есть начинается все с защиты врачей, чтобы врачи могли лечить. Поэтому медработники, которые будут смотреть эту передачу, не забудьте о том, что сезон уже начинается, и, пожалуйста, привейтесь от гриппа, потому что вы на линии фронта и сталкиваетесь постоянно с чихающими, кашляющими людьми, независимо от того, в каком лечебном учреждении вы работаете. Еще к группам риска относятся преподаватели, кассиры в магазинах, вот профессиональные группы риска, которые сталкиваются с большим количеством людей. Гримеры, например, которые очень близко, да, вот, ну вот, когда на телевидении очень близко с человеком разговаривают, потому что безопасное расстояние для гриппозных вирусов – это где-то 2 метра. А если говорить о том, когда вакцинироваться, кому и как вести себя с детьми, с беременными женщинами, по нашему законодательству вакцинироваться может здоровый человек без острого заболевания, без температуры, да, то есть он пришел, мы должны измерить температуру, его должны посмотреть и принимать решение о его вакцинации. Для беременной женщины инактивированная вакцина от гриппа совершенно безопасна, так как не содержит живых вирусов, они не могут пройти через трансплацентарный барьер и нанести вред плоду. Для беременной женщины вакцинация от гриппа очень полезна как раз, потому что она защитит женщину, у которой и так снижен иммунитет из-за беременности, которая может умереть от гриппа, так как это было в 2009-2010 году, было много женщин, которые погибли во время эпидемии пандемического гриппа. И каждый год женщины в мире умирают во время сезонного гриппа. И женщина беременная может попасть в больницу во время эпидемии гриппа, по статистическим данным, в 10 раз чаще, чем любой другой человек. Прививаться можно на любом триместре беременности.
И, соответственно, женщина должна обязательно привиться, чтобы себя защитить. И ребенок, который родится, он в течение первых 4 месяцев, как минимум, будет защищен антителами матери, которые она ему передаст после того, как ее привили от гриппа. Детей можно прививать с 6 месяцев. И, соответственно, группа риска, еще раз напоминаю, это дети до 5 лет. То есть с 6 месяцев вот эту группу привить можно и нужно. Детям до 9 лет должны быть 2 дозы вакцины с разницей в 1 месяц. Поэтому, если родители планируют, например, эту вакцинацию, они должны помнить о том, что можно вакцинировать в 1 день 2 разными вакцинами в 2 разных участка тела. Например, в 1 плечо, а в другое. Соответственно, если у них по календарю идет сейчас какая-то другая прививка, например, корь, краснуха, паротит, они могут эти 2 вакцинации совместить. Это разрешено законодательством, безопасно и эффективно для ребенка. Куди мають звертатися люди? Як у нас відбувається взагалі цей процес вакцинування? Якщо людина хоче зробити щеплення собі або своїй дитині, куди вона має звернутися? Вирішувати це питання сама? Чи у нас якось організовано цей процес? І щодо груп людей, професійного, які професійно ризикують своїм здоров'ям, ось ви зараз перелічили, вони за чий рахунок мають вакцинуватися? Тобто це також організовує держава, як в інших європейських країнах, ви сказали. Чи ці люди мають також самі про себе потурбуватися? Страны принимают разные решения. Все зависит от экономического развития страны, от социальной политики, от политики в здравоохранении. В некоторых странах вакцинация происходит бесплатно категории людей старше 65 лет, детей до 5 лет и некоторых профессиональных категорий. Например, медработники, армия чаще всего вакцинируются за государственный счет. У нас, насколько я знаю, да, то есть у нас на государственном уровне вакцина от гриппа не закупается, она закупается за областные бюджеты. И обычно вакцинируют медработников, обычно вакцинируют деток в закрытых коллективах, например, в интернатах. Люди, которые хотят привиться, обращаются либо в свою поликлинику, если поликлиника, например, пользуется вакцинами частного рынка, такое бывает в государственных поликлиниках, это тоже законно и возможно, либо в частные клиники. Как это организовано в городе Харькове, я не знаю, потому что прилетела только вчера и здесь не пыталась провакцинироваться, но думаю, что стоит обратиться либо в горздравотдел, либо в облздравотдел, который наверняка укажет на те места, которыми можно вакцинироваться от гриппа, либо в частной клинике в любой можно вакцинироваться. Убрати вакцину людина також має сама або дослухатися до пора лікаря? Я думаю, что во всем, что связано с такими медицинскими вопросами, тонкими, особенно с вакцинацией, всегда нужно обращаться к своему врачу, либо к педиатру, либо к семейному врачу, либо к иммунологу, либо к инфекционисту, либо к акушер-гинекологу, если речь идет о беременной женщине, либо к нескольким врачам сразу. Но, безусловно, такое решение всегда принимается с врачом, который должен обязательно посмотреть и решить, можно или нельзя сейчас, и какими вакцинами посоветовать.